Здравствуйте. У меня вот в руках книга, на ней написано наверху Шендерович, но это другой Шендерович. Это книга моего отца, Анатолия Шендеровича. Когда-то в 60-х он начинал с того, что писал фельетоны в ту прежнюю оттепель. Это все быстро закончилось. Потом, спустя многие годы, он снова вернулся к бумаге и писал эссе. Разрабатывал много лет подряд несколько очень важных для него тем. Эти эссе публиковались в разные годы в «Знамени», в журнале «Знамя», в «Науке и жизни», в последние годы в «Снобе». В мае этого года моему отцу исполнилось 85 лет. И я решил собрать под одной обложкой эти его записки, воспоминания, эссе. И, конечно, странное дело рекламировать собственного отца, но ей же Богу это будет интересно очень многим. Как минимум тем, кто читал меня и читал те же книги, которые читал я, которые мне давал читать мой отец, я думаю, что это им будет очень любопытно. Книга называется «Проклятие Пелопа», сборник воспоминаний и эссе Анатолия Шендеровича. Напомню, что тираж этой книги 100 экземпляров. Думаю, что вы не пожалеете.